Добрый день, друзья! На связи Сергей Столбов. Сегодня 21 мая, весна, и я нахожусь в потрясающем месте, где эта весна чувствуется наилучшим образом. Это ботанический сад города Иркутска. Весной все распускается. Вообще весна – самое лучшее время года с точки зрения возможностей, которые она закладывает. Мы также знаем, что в жизни есть сезоны жизни, да? Есть весна, когда мы закладываем, есть потом лето и осень, когда надо собирать уже урожай. Вот я сейчас чувствую такое состояние, что мне настоящая весна. Такая степень осознанности. Я обучаюсь в академии коучинга. В этой академии у меня сегодня уже под 60 сессий, которые я провел. Я получаю потрясающие результаты. Но что мне помогает? А мне помогают мои коучи. Те входящие сессии, которые я прохожу у профессионалов, коучинга, у людей, которые имеют сертификаты, у людей, которые знают об этой жизни очень много и которые помогли огромному количеству людей. И один из них – это мой коуч, это Наталья Соловей. Наташ, огромный привет! Здесь потрясающее пение соловьев. Я сижу под шапкой кедра сибирского, да, сибирская сосна называется. Настроение потрясающее. Я тебе, Наташ, вот благодарю от всей души. Мы провели такую потрясающую сессию, связанную с родом человека, да, с тем, как он влияет, как влияет прошлое поколение, как мы можем влиять на нашу сегодняшнюю жизнь и на жизнь наших будущих поколений. Это невероятно круто, невероятно интересно. И я благодарен тебе за ту глубину, за те 2,5 часа, которые мы погрузились в мою жизнь и постарались в ней разобраться, в ней что-то исправить, спланировать, увидеть. И самое главное, собрать себя, где я себя где-то когда-то потерял. Тот, кто, наверное, не знает о самих технологиях, может быть, кажется, что это как фантастика и сказка. Но тот, кто понимает, он знает, что мы должны быть единым целым. И вот коучинг – это то, что позволяет человеку взять максимальную осознанность, что позволяет собраться в кучу и начать планировать свои мысли, свои цели, свои задачи и двигаться к ним полным шагом, полной смелой походкой. И, конечно, я очень рад, когда в такой ситуации рядом с тобой есть человек, который готов тебе помочь. Человек, который заинтересован в твоем успехе больше, чем ты сам. Который верит в тебя больше, чем ты сам. Вот таков принцип коучинга. И я сегодня очень рад тому, что я обучаюсь в этой академии уже 2 месяца. У меня уже проведено 58 исходящих сессий, 27 входящих. Те, которые входят, я становлюсь другим. Мне помогает сделать эту жизнь более осознанной. Мне помогает выстроить мой мозг, убрать какие-то... Знаете, как у человека есть человек, если его представить, то у человека есть шар с гелем, который надувается воздухом. И благодаря этому шару с гелем он взлетает. Но также у него есть еще и мешок с песком, привязанный к ногам. А что такое мешок с песком? Это его страхи, это его ограничения, его какие-то там ограничивающие убеждения, какие-то предрассудки, там установки, обиды и так далее. И его, собственно, неверие в себя и непонимание, что он чего-то значит, чего-то стоит в этой жизни. К сожалению, у многих людей это так. Так вот, коучинг позволяет убрать вот этот песок, разобраться с ним, убрать страхи, убрать сопротивление, убрать обиды, убрать эти установки. И потом накачать энергию человека, так сделать, чтобы у человека вот этот шар с гелем был полный. Наташа, у тебя это получается самым лучшим образом. Я тебе очень благодарен. Без лишнего пафоса просто говорю спасибо, ты супер коуч, ты супер человек, который умеет слышать и умеет помогать другим людям. Я очень благодарен тебе, учусь у тебя и рекомендую всем своим друзьям познакомиться с тем, что же такое коучинг, кто же такие коучи, кто те люди, которые помогают другим добиваться успеха. Это так круто, это так классно. С уважением, любовью, Сергей Столбов. И вот это все потрясающее цветение всех деревьев, которые здесь рядом находятся. Все вам, дорогие друзья, дорогие мои слушатели, зрители, партнеры, коллеги и, конечно же, мои будущие партнеры и участники моих коуч-сессий. Всем счастливо, с Богом!